Мы с Удлинча. Наш состав: Тарас Макаренко, бас-гитара. Я, Сергей Седой-Гурьев, гитара и вокал. Андрей Поляков, вторая гитара. И Стас Логачев, барабаны. По поводу названия у нас было много вариантов. И то думали, то не нравится. И тут нас позвали на первый концерт в Рубежном. И тут уже вопрос стал реально ребром. Как мы туда поедем? Надо же было как-то действительно называться. Ну и что-то я как-то придумал с Удлинча. У нас есть песни в хард-роке, есть что-то подобное, хэви, панк, трэш. Ну, в общем, да, от харда до трэш-метала вот такого. Кто-то придумал дома риф или какую-то композицию в другом стиле. А, все, мы это играть не будем. Нет, так не делаем. Если она классно звучит, если она классная, почему бы ее не сделать? Сначала придумываем музыку, а потом... Спустя, может быть, там даже 2-3 месяца туда как-то образуется текст. Некоторые получают удовольствие от просмотра фильмов. Какие-то эмоции испытывают. Некоторые художеством занимаются. Для меня музыка вот тоже в зависимости от ее стиля, жанра, исполнения. Я не знаю, как это объяснить словами, потому что я ее переживаю... На подсознательном уровне я могу, например, вот если слушаю какую-то песню с каким-то настроением, я могу даже разозлиться, или наоборот, меня там бах и прибило как-то, ужасные какие-то ощущения на душе, как будто просто что-то очень плохое случилось. Это, наверное, буфер между нашей реальностью и тем, как я хотел, чтобы было. Монитор, ее уже не узнать.